Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Вы знаете, всякий раз, когда присутствую в нашем собрании, в нашем служении, получаю огромное благословение, получаю удовольствие, внутреннее удовольствие от той программы, от той подготовки, от тех гимнов, стихотворений, участия хора, общего пения. Хочу от всего сердца поблагодарить нашу церковь за такое понимание проведения богослужения. Наш Бог, которому мы поклоняемся, мы ради Него собрались, достоин славы, достоин такого поклонения, такой подготовки. Вы знаете, 25 числа, в пятницу, на наших христианских календариках, может быть, никто, может, не все обратили внимание, была отмечена одна дата и один христианский праздник, которым мы призваны называть Благовещением, Благой Вестью. Вы знаете, суть или красота этого события, может быть, не настолько это яркий праздник, как праздники, к которым мы готовимся в будущем, вход Иисуса Христа в Иерусалим и пасхальное служение, но он чрезвычайно важный, братья и сестры, мы не можем пройти мимо этого события, даже только по одной причине, потому что впервые через это событие Бог принес евангельскую весть для этого мира. И об этом мы сегодня немножко порассуждаем. Согласитесь, братья и сестры, что мы живем в мире, который наполнен ежеминутными, ежесекундными новостями. Мы постоянно живем в мире каких-то событий, которых мы знаем. Новости, которые, может быть, мы долго носим в памяти, делимся этими новостями. Новости могут быть различные, хорошие новости, радостные новости, приятные новости. Есть новости печальные, грустные и даже страшные новости. Вы знаете, есть целые компании новостные, телевизионные компании, которые работают 24 часа в сутки, и они работают только над тем, чтобы передавать новости людям. Вы знаете, а если новости, о которых помнят спустя сотни и даже тысячи лет? Одну новость я точно помню, братья и сестры. Весть, которая прозвучала 2000 лет тому назад, и сегодня она актуальна, и сегодня мы об этом говорим, и об этом сегодня мы почитали в начале нашего служения Евангелия от Луки. Это удивительная весть. Эта весть принес необычный вестник, братья и сестры. Это был ангел Гавриил от Бога. И этому событию посвящает евангелист Лука целых две главы. Первую главу он посвящает, когда ангел Гавриил пришел к Захарии и принес тоже удивительную весть о том, что родится в этой чети, которые не имели деток, родится необычный ребенок, будет предтечей Господа Иисуса Христа. Пророк, великий пророк Иоанн. А вторая глава Евангелия Лука посвящает событию, которое принес ангел Гавриил Марии. И сделал это необычно, братья и сестры. Казалось бы, по-человечески, рассуждая вот такую весть, такую новость, такого масштаба, наверное, должна где-то прозвучать, может быть, в царском дворце, может быть, в кругу религиозных лидеров, первосвященников, чтобы как-то подготовить людей, но у Бога были свои планы. Обратите внимание, передать евангельскую весть впервые, благую весть, Бог посчитал нужным совершенно необычно, совершенно неожиданно даже для нас. Сделал это следующим образом. Он был послан простой девушке из города Назарета, которая готовилась к бракосочетанию, которая жила своей жизнью, своими ожиданиями, своими чаяниями. У нее тоже были мечты, планы. Она готовилась быть невестой, бракосочетание и все, что с этим связано. И вдруг необычная встреча и необычная весть. Неожиданно для Марии она видит ангела Гавриила и слышит приветствие. Еще раз читаю первую главу Евангелия Луки. Вот эти слова. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела...» 30 стих, с 30 стиха. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик,
наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. Царству его не будет конца». Когда мы анализируем разговор ангела Гавриила и Марии, мы видим, что этот разговор был достаточно коротким. Весть достаточно была понятная. И вы знаете, хочу обратить внимание на реакцию Марии. На мой взгляд, на ту информацию, которую она получила, у обычной женщины должно быть очень много вопросов. Ну, так устроены женщины, согласитесь. Должно быть очень-очень много вопросов. Но обратите внимание на характер этой девушки, Марии. Евангелист Иоанн говорит о том, что с уст Марии мы слышим только, по сути дела, две фразы. Первая фраза вполне естественная, она задает вопрос. Этот стих звучит в 34-м, этот вопрос в стихе: «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Очень кратко, предельно, лаконично и вполне естественно для этой вести, которую она услышала. А вторую мы слышим фразу, которая прозвучала в 38-м стихе. Следующая фраза: «Тогда Мария сказала, се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И на этом закончился их разговор. Братья и сестры, не правда ли настолько привлекательный образ этой девушки? Бог не ошибается в выборе для того, чтобы передать важнейшую евангельскую весть. И кто будет проводником этой вести? И кто станет матерью Господа? И дальше, братья и сестры, мы смотрим, открывается удивительно. Дальше мы видим, когда Мария приходит к Елизавете, и сердце ее преисполнено хвалы, и из уст Марии, это уже не та девушка простая, невеста, ожидающая бракосочетания, это уже другая Мария. Это Мария, которая исполнена Духом Божьим, которая воспевает гимн великому Богу. Слова, которые начинает петь, все, казалось бы, все небо, знаете, подхватывает вот эти слова. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Братья и сестры, когда мы читаем, и мы слышали сегодня в начале служения эти слова Марии, это необычные слова. Это не просто слова благодарности, благодарит Бога за то, что Бог наделил особой милостью, честью. Нет. По сути дела, это впервые звучит проповедь Евангелия. Она обращает к Богу хвалу за то, что Бог спустя долгое молчание, долгих лет молчания приходит на эту землю. Она настолько благодарит Бога за то, что в жизни ее народа израильского изменится. Роль Израиля будет удивительна. Когда мы читаем вот эти все слова, величие Господу за то, что придет Избавитель, придет Спаситель. Но как бы ни было удивительно, уникальная, прекрасная роль Марии, как бы ни прекрасен был гимн, который она воспевает Господу, наше внимание сегодня будет обращено не на Марию, но на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, потому что Он является центром нашего служения, и Он является главным виновником, главной личностью этого события, будущего события, о котором говорил ангел Гавриил Марии. В центре нашего рассуждения будет 32-33 стих. И тема моей проповеди, главная тема моей проповеди, моя мысль называется «Величие грядущего Господа». Простите за голос, братья и сестры, прошлые выходные был в Спокене. Пришлось много участвовать в служении, поэтому немножечко чувствую слабость в голосе. Главная мысль моей проповеди называется «Величие грядущего Господа». Обратите внимание, в краткой беседе с Марией ангел очень кратко дал откровение о будущем Мессии Спасителе. Он сказал, как его имя, как он будет называться, его титул, его роль в израильском народе, его роль и господство во всей земле. Я хотел бы сегодня вместе с вами
порассуждать над тремя такими важными истинами. И первая истина, обратите внимание, прежде всего ангел Гавриил дал как бы основную мысль, говоря о Иисусе Христе, кто Он будет, кем Он будет. Обратите внимание, он не говорил о Его служении, о Его учениках, он не говорил даже о страданиях Иисуса Христа, о будущей Его славе. Он просто очень кратко дал Ему такое, знаете, очень мощное определение, дал характеристику Его природе, Его сущности, Его жизни, Его поступкам, и Он сказал, Он будет велик. Рожденный младенец, Он будет велик. Я бы хотел, чтобы мы хорошо поняли смысл и сущность этих слов, о каком величии идет речь. Что значит Он будет велик? То есть Он будет обладать необычными качествами. Он будет авторитетом обладать, Он будет обладать силой, Он обладать властью будет обладать, Он будет обладать славой. Для примера, давайте вспомним несколько такой образ, два образа в Священном Писании. Помните, книга Исход, 11 глава, 3 стих, мы читаем такие слова. «Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». Что стоит за этими словами? Моисей пользовался огромнейшим авторитетом. Его слово было властью. Пред его словом, пред его повелениями преклонялись все. Обладал вот этим величием. В этом смысле он будет велик. Или давайте вспомним одну личность. Помните, книга «Есфирь», Мардохей. Простой, казалось бы, человек, Мардохей, дядя Есфири. Но обратите внимание, как заканчивается книга «Есфирь», какими словами и как Библия показывает роль Мардохея в последующих событиях, в событиях этого царства, могущественного царства. Последний стих книги «Есфирь» заканчивается следующими словами. Это 10 глава, 3 стих, если не ошибаюсь. «Мардохей, иудеянин, был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему». Братья и сестры, вдумайтесь в эти слова. Мардохей, иудеянин. Иудеянин – это тот, на которого Аман захотел уничтожить этот народ. Мы знаем эту историю. Обратите внимание, что делает Бог. И кто такой Артаксеркс, мы тоже знаем. Его степень величия, влияния, могущества, пределы, границы, армия и все, что за этим стоит. И вот Артаксеркс, и вот Мардохей, второй. Представляете, что делает Бог, возвеличивая человека для славы своей. Но даже два этих образа, две личности, Моисей или Мардохей, братья и сестры, ничто в сравнении с Иисусом Христом, с Господом нашим. Он будет велик. Давайте-ка посмотрим, а исполнилось ли слова ангела в жизни Иисуса Христа. Был ли Он велик от рождения Своего? Сопровождало ли это величие в Его жизни Иисуса Христа? Были ли признаки Его величия окружающими людьми, которые окружали Его, признавали ли о люди величия Иисуса Христа? Я думаю, что, знаете, исследуя жизнь Иисуса Христа, читая Его жизнь, говоря с человеческой точки зрения, величия, то мы не находим этого величия у Христа. Братья и сестры, Он не был велик от рождения. Я говорю с точки зрения людей. Обратите внимание, для Него не нашлось места в гостинице, Его положили в ясли. Он рос в бедной семье, помогая своему отцу. Христос говорит, что лисица имеет норы, птица небесные гнезда, а сыну человеческому очень часто даже не было, где преклонить свою голову. Христос испытывал нужду, братья и сестры. Его не окружали слуги, он не жил в богатом доме, дворце. При его жизни он испытал презрение людей, подозрения, непонимание, осуждение. Религиозные лидеры
обвиняли ее даже в том, что он не себя, и даже в нем бес. Он был продан за цену раба, когда был предан одним из своих учеников. Братья и сестры, кто почитал его великим, когда Иисуса Христа связали, привели, били полонитом, плевали в его лице, возложили на главу его терновый венок из тернового венца, били по голове. Братья и сестры, кто считал его великим, когда находился в таком презрении? И пророк Исаия говорит: мы видели, мы отворачивали лицо свое. Братья и сестры, давайте себе представим Марию, мать Господа, которая стоит на Голгофе, смотрит на своего сына, обезображенного, истекшего кровью. Лик его был обезображен, падший всякого человека. И вот представьте себе, до его сознания, до ее сознания спустя эти 33 года доходят слова ангела: Мария, твой сын будет велик. О каком величии идет речь, сказала бы Мария. Но ангел не ошибся, братья и сестры. Христос наш действительно велик. Только величие Его несравнимо с человеческим величием, проходящим, временным. Величие Его не было броским. Величие не было связано с поклонением людей. Его величие другое. Знаете, есть такой гимн, в котором есть такие слова: «Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, Он сошел на землю, людям стал доступным. В простоте какой? Великий, а в величии прост». Величие нашего Господа, братья и сестры, не заключалось в признании, в авторитете окружающих Его людей. Давайте посмотрим, обратите внимание, как Бог возвеличивал Своего Сына. Волхвы с Востока, которые преодолели достаточно большой путь, это были очень известные, богатые мудрецы, пришли не к взрослому Мессии, Учителю Иисусу Христу, а к младенцу. И, понимая, кто пред Ним, принесли дары и преклонились пред Ним, преодолев большое расстояние. Эти люди понимали, кто пред ними. Они искали царя, которому достоин поклонения. В чем же было величие нашего Господа? Давайте кратко посмотрим. Прежде всего, я хочу обратить внимание, величие в слове. Величие Иисуса Христа было в Его слове, так, как Он говорил. Потому что проповедь Его была, братья и сестры, необычная. Она проникала в сердце. Она не унижала людей. Она не оскорбляла людей, Его проповедь. Она обличала, изменяла сердца, призывала к покаянию. Его слова были направлены поразительно, братья и сестры. Исполнены силы, власти, любви, милосердия, прощения. Поэтому люди толпы приходили слушать. Даже в пустыне шли за Господом, чтобы слышать. Даже Мария, которая воспользовалась этим драгоценной возможностью, когда Христос был в доме, когда Марфа заботилась об угощении, она села у ног Иисуса и понимала, что не всегда так будет. Она избрала благую часть, чтобы слышать Иисуса Христа. Нагорная проповедь, которую Иисус Христос проповедовал, братья и сестры, то, что Он произнес, Нагорная проповедь, никто никогда не сможет повторить. Никогда. О Нагорной проповеди мы живем, мы радуемся этим принципам, заложенным Господом для нашей жизни на этой земле, для церкви. Велик в слове. Братья и сестры, велик наш Господь в любви и милости. Любовь Христа была особенной любовью. Любовь была обращена к людям, прежде всего грешникам. И это больше всего раздражало религиозных лидеров. Они не могли понимать, почему Он допускает к себе мытарей и грешников, почему ест и пьет с ними, почему прикасается к прокаженным, почему позволяет грешнице целовать его ноги, обливать слезами и вытирать волосами. Почему это? Потому что это была любовь особенная, не любовь матери.
Не любовь друзей, это была любовь Божья, которая воплотилась в Иисуса Христа и пришла на эту землю, братья и сестры. Хочу сказать, что любовь Христа, она не прекратилась. Она сегодня такова же для каждого из нас. И наше величайшее счастье, что мы стали избранниками Божьей любви, что мы пользуемся, я бы даже сказал, купаемся в этой Божьей любви и заботы со стороны нашего Господа. Эта любовь Иисуса Христа побудила, я бы сказал, либо влекомой был этой любовью туда, в Ефезу, помните, кому нужен был этот 38 лет, который лежал? Христос знал, это была любовь. Христос спросил своего ученика Петра, братья и сестры, уверен, никогда бы, наверное, люди не смогли это сделать, отрекся. А Христос возвращает и задает ему такой вопрос, Петр, не упрекает его, не критикует его, не порицает, а так тихо спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Вот что дала любовь Петру быть восстановленным, быть пастором, быть апостолом, братья и сестры, и достойно закончить свою жизнь. Это любовь Христа. Братья и сестры, Он возлюбил нас. Я хочу сегодня обратиться к каждому из нас. Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. И продолжает любить ни за что. И продолжает любить постоянно. Я хочу сказать хорошую весть. Его любовь никогда не прекратится, несмотря на наши падения, наши слабости, на наши немощи. До последнего мгновения нашей жизни Он будет продолжать нас любить. Он возлюбил весь этот мир и согласился взять грехи всех людей на Себя. Вот в чем величие нашего Господа, Его любви и милости. Следующая мысль. Христос велик в совершенстве Своей природы. Христос велик в совершенстве Своей природы. Никогда еще не было такой личности за всю историю Земли, чтобы в полноте могло сочетаться в одном человеке две природы. Божественная природа, абсолютный Бог и абсолютный человек в одной личности. Апостол Павел, послание Филиппийцам, 2 глава, 6 по 10 стих, говорит следующие слова. «Христос, придя на эту землю, Он смирил Себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он совершенный Бог и истинный человек». Подумайте об этом. Как совершенный Бог Он мог воплотиться в образ человека, и как истинный человек без пятна первородного греха Он мог стать представителем абсолютно нового человеческого рода, братья и сестры, потому что Он рождает духовно уже сегодня, подобно Себе. Он первородный среди многих братьев, братья и сестры. Поэтому мы являемся с Господом настолько близки в Его природе божественной, по нашему новому уже духовному рождению. По Адаме мы связаны с Адамом в ветхой природе, но по Духу, по возрожденной природе мы соединены с нашим Господом. Братья и сестры, Его величие позволило тому в природе, что Он смог на Себя взять грехи беззакония всех людей. Благодаря Своему телу физическому Он мог взойти на крест. Его руки, ноги были прибиты ко Христу. Но как Бог, Христос говорил, «Когда Я буду вознесен от земли, Я всех привлеку к Себе». Вот сегодня Господь, Тот, Который был обезображен на Голгофском кресте, от Которого отворачивали лицо Свое, презирали, сегодня привлекает миллионы и миллиарды людей. Какое величие нашего Господа, братья и сестры, благодаря Своей исключительной природе Он смог стать нашим Спасителем, нашим Господом, нашим добрым пастырем, нашим первосвященником и нашим ходатаем за нас пред Отцом Небесным. Но я хочу обратить внимание, что Его земное величие, как бы ни было оно велико, несравнимо с Его величием после воскресения и вознесения. Человек, которого презирали, в чье лицо плевали, был вознесен десницею Божьей и теперь восседает во славе на престоле Своего Отца. И помните, когда Иоанн увидел Его, то он пал, как мертвый, потому что увидел во всей силе, во всей славе
величие нашего Господа, потому что лицо Его было как солнце, сияющее в силе Своей. Какое же практическое значение имеет для нас, верующих, братья и сестры? Величие нашего Господа, какое практическое значение для тебя и для меня, братья и сестры? Либо мы являемся просто наблюдателями, восхищаемся этим величием, говорим, да, Он велик и достоин. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Иисус Христос в Своем величии поделился с нами, с Церковью Своею. Он хочет там, где Он, там будет Его Церковь, братья и сестры, Его невеста. Невеста Иисуса Христа разделит Его величие, Его славу навсегда, в вечности. Это радует наше сердце, это наполняет благодарностью, братья и сестры, потому что Он соединился с детьми Своими, с Церковью в Своем величии. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Что это значит? Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Разве Он не был Сыном до Своего воплощения? Разве не о Нем было сказано в Псалме 2, 7 стихе? «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты Сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и будет мне сыном». Братья и сестры, отношения Небесного Отца своим сыном всегда и оставались, и будут оставаться неизменными абсолютно. Но своим физическим рождением и благодаря тому, что Христос стал Сыном человеческим, придя на эту землю, Иисус начинает свой совершенно новый путь от яслей до Вознесения. Этот путь тоже был не из легких. Евреям 5 глава 8 стих написано так. «Хотя Он и Сын», обратите внимание, следующие слова, если можно, откройте, пожалуйста, текст. Евреям 5 глава 8 стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Вот это слово «навык послушанию», оно переводится следующим образом. «Через страдания Он приобрел опыт к послушанию». Согласитесь, даже как-то странно звучит, Христос через страдания приобретает опыт. Христу нужен был опыт, Богу нужен опыт. Братья и сестры, Богу не нужен опыт. Но Христос, придя на эту землю в человеческом теле, Он никогда не проходил этот путь. Все, что Он испытывал как Сын человеческий, это было для Него ново. Его переживания, Его томления, Его слезы, искушения в пустыне, боль, которую Христос испытывал на Голгофском кресте, братья и сестры, это тоже было ново. Бог раньше не испытывал этого, поэтому через вот эти страдания Он приобретает вот этот опыт к послушанию. И первый, кто Его называет Сыном, был Бог. Обратите внимание, после крещения Иисуса мы читаем следующее. Луки 3 глава 21-22 стих. Иисус молился, и отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба, говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Братья и сестры, путь Иисуса Христа на земле в человеческом теле – это был новый путь для Него. И Он через страдания приобретает этот опыт к послушанию, к повиновению. И Писание говорит, ангел говорит, Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Не потому, что Он не был, но не был как Сын человеческим, а здесь Бог говорит, Ты Сын мой возлюбленный. И обратите внимание, далее, когда мы читаем Евангелие Луки, вот эту 23 главу, далее упоминается очень длинный перечень людей, состоящих из 76 человек, которые находились в родословной Иисуса Христа. 76 человек, которые задавали вопрос, чей этот Сын? Обратите внимание, они понимали, что есть Мессия, есть Сын Божий, все это вкладывалось в сознание, но Сын человеческий в теле, мы как-то говорили, помните, в прошлый раз о Сыне человеческом,
Непонимание возникало ни в апостолов, ни в кого никто не мог понять, не мог кто назвать. И обратите внимание, Лука тоже обращает внимание на в родословии 76 имен упоминается, задают вопрос, чей этот сын. И последний, 38 стих, Дух Святой ставит свой ответ и свою печать. Обратите внимание, откройте, пожалуйста, 38 стих этой же главы. Луки, 3 глава, последний, там идет родословие. Дух Святой ставит свою печать и называет так. Божий. Адамов, последний кто? Божий. Чей это сын, братья и сестры? Божий. Мы должны хорошо понимать, вот почему ангел говорит, он наречется. Наречется Богом в лице Сына Человеческого Божий. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание. Ангел сказал, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. О чем идет речь? О каком престоле идет речь? Речь идет о обетовании, которое Бог дал когда-то Давиду, помните? О том, что дам тебе престол, этот престол будет вовеки. В лице Давида, обратите внимание, это очень интересная тоже мысль. Это говорится о будущем. Мы знаем, что царства, которые на этой земле и цари земные, они приобретают, может быть, по наследству, может быть, путем каких-то революций, путем войн достигают своих места, своего царства, могущества. Но в личности Иисуса Христа это совершенно по-другому. Он ожидал своего царства. И для людей было трудностью, Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство? Дьявол тоже хотел Иисусу Христу предложить очень низко, знаете, очень так коварным свое царство. Он предложил, когда ты поклонишься мне, показал все эти царства в мгновение ока, но поклонись, и я дам тебе. Потому что дьявол тоже знал Писание, что в жизни израильского народа и в жизни земли будет особый день, когда на этой земле, в Иерусалиме, на престоле будет находиться Царь царей, Господь господствующий, имя Ему наш Господь Иисус Христос. Это очень важно. И Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство Его не будет конца. Власть царей, правителей, президентов когда-то заканчивается. Но Писание говорит о том, что это будет особое царство, это будущее царство. Речь идет о тысячелетнем царстве, братья и сестры. Очень кратко, несколько мыслей, три коротких мысли, что же это будет за царство, которым Господь наш воссядет на престоле. Прежде всего, это будет царство праведности. Царь будет править праведно. Пророк Исаия говорит, 32 глава, 1 стих, вот царь будет царствовать, по правде, князья будут править по закону. Люди, которые будут окружать в этом царстве, это тоже будут люди особенные, братья и сестры, потому что грех будет скован, зло будет сковано на тысячу лет, дьявол будет скован на тысячу лет. Поэтому, наверное, отпадет необходимость в полиции, в судах, может быть, в тюрьмах, в армии отпадет. Почему? Потому что это царь, которому Господь даст власть царствовать над домом Иакова, будет особо править, праведно, справедливо. Вторая мысль – это будет царство материального изобилия. Болезни и нужды не будет, братья и сестры. Страданий не будет. Как об этом говорит пророк Исаия, если можно, откройте нам 65 главу книга пророка Исаия. Я бы хотел очень кратко прочитать этот текст. 65 глава книга пророка Исаия, с 19 стиха и ниже, до конца главы. «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более, и не услышится в нем более голоса плача и голоса вопля». 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». До конца прочитаем. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не буду строить, чтобы другой жил, не буду насаждать, чтобы другой ел.
ибо дни народа моего будут, как дни дерева. Избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде, нежели не воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Братья и сестры, когда мы смотрим на землю, на события, на войны, на бедствия, катаклизмы, землетрясения, нам трудно представить, что когда-то эта земля будет преображена, когда-то зло будет наказано, когда-то справедливость восторжествует, когда-то земля будет восстановлена в особых ситуациях, в особых обстоятельствах. Почему? Потому что придет Царь царей, Господь господствующий, который воссядет на престоле и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. События, которые сообщил ангел Гавриил Марии, братья и сестры, какие-то уже исполнились, какие-то еще ожидают в будущем то, что мы сейчас прочитали из книги пророка Исаия. Но как важно для вас и для меня, братья и сестры, чтобы этот праздник, праздник Благовещения, Благой Вести, стал личным событием, потому что Евангелие стало вашей личной вестью. Для тех, кто принял Иисуса Христа как своего Господа, у нас есть возможность сейчас помолиться, поблагодарить Бога, прославить Его. А для тех, кто еще не принял Христа, чья евангельская весть еще не пришла в вашу жизнь, в ваше сердце, в ваш разум, не преобразила вас, и вы еще не преклонились пред Царем, друзья, это прекрасная возможность. Мы живем время благодати. Весть, о которой сказал ангел Гавриил Марии, она имеет силу, имеет особую сегодня власть над сердцами миллионов людей, которые откликаются и принимают Господа в свое сердце. Братья и сестры, пусть эта весть Евангелия будет большой радостью, утешением, благословением и надеждой на встречу с нашим Царем-Царем, Господом господствующим, с тем, которого мир отверг, но который был велик, есть велик и будет вовек велик. Аминь. Помолимся Господу.